Да, но если вы его поймаете, вы вернетесь домой героями, да? Вас даже наградят. К чему вы ведете? К тому, что есть только один парень, который знает об этих чудищах больше, чем кто-либо другой на свете. А вы вывели его из игры и отправили протирать штаны. Я его из игры не выводил. Напоминаю, они тебе не друзья. Они работают на правительство. Точка. Не напрягайся ты так, Берт. Я просто поболтал с ними. Ты что? Я заключил сделку. Мы помогаем им поймать живого гробоида, и тебе возвращают охотничью лицензию. Прием. Все понял, прием. Один вопросик. Валяй. Чем ты думал? Задницей? Мы думали, ты обрадуешься. Ты что, хочешь, чтобы тебя отсюда выселили? Живой гробоид. Да его и бомбой-то не сразу убьешь. Я им сказал, что Берт Гаммер что-нибудь придумает. У гадов есть мозги, и чем сильнее их прижимаешь, тем умнее они становятся. Но ты ведь умнее их. Ну, мистер Гаммер, что скажете? Пора на рыбалку. У вас вроде был какой-то транквилизатор? Да, это у нас есть. Чудищ мы обнаружили, но сквозь землю мы в них транквилизатор всадить не смогли. Я уже заказал более мощную установку. Конечно. На что еще вам наши денежки тратить? А я вот заставлю гробоида проглотить это. И обойдется мне это 50 баксов. Когда он заснет, откопаете его и отвезете к себе в зону 51. Или куда там ваше начальство вам прикажет. Я что-то не совсем понимаю. Вы согласны? Мы договорились? Мы хотим знать, что нам нужно сделать. Делайте то, что умеете. Усложните жизнь бедным гробоидам. Ему надо было выговориться. Подавляемая злоба подобна яду. Ему нужен психиатр. Залезай. Ты меня в это втянул. Отлично. Тут есть дверь.